Стратегия для бинарных опционов LeComfort способна приносить стабильный ежемесячный прирост к капиталу трейдера. И главное, что нужно делать, это следовать простым рекомендациям авторов стратегии и точным сигналам, которые подают используемые в ней индикаторы. Скачать стратегию можно на нашем сайте по ссылке в описании к этому видео. Индикаторы стратегии LeComfort устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто не знает, как это делать, ищите ссылки в описании под этим видео. В основе этой методики лежит два индикатора технического анализа. Первый – это осциллятор CCI, в котором рекомендуется сменить его значение уровней на 300 и минус 300. А для скользящей средней необходимо выставить период 40. И второй индикатор – конверт Боллинджера, в котором выставляются стандартные параметры. Вид отображения цены на графике устанавливается на японские свечи, а временный период выставляем на 5 минут. Опытные торговцы бинарными опционами советуют время экспирации 15 минут или 3 свечи, соответственно. Методика LeComfort базируется на регулярном изменении локального тренда. Общеизвестно, что график изменяется волнообразно. И сначала идет тренд, потом он разворачивается, начинается коррекционное движение, а потом опять котировка возвращается в сторону основного тренда. Индикаторы стратегии позволяют вовремя обнаружить разворотные точки, чтобы купить опцион в верном направлении. Улучшить свои знания о тренде, чтобы торговля бинарными опционами была уверенной и успешной, вы можете, прочитав обучающие статьи на нашем сайте. Ссылки на статьи о тренде будут в описании к этому видео. А правила торговли по стратегии LeComfort очень простые, даже для начинающих трейдеров. И для покупки опциона Call необходимо дождаться, пока появятся следующие сигналы. Первый. Линия CCI пересекает уровень перепроданности минус 300. Второе. Ценой на графике пробивается нижний уровень полос Боллинджера и происходит закрепление свечи ниже его предела. Третье. Происходит закрытие следующей свечи по текущему тренду. В данном случае подтверждающая свеча должна быть растущей. Покупка опциона Call осуществляется в момент, когда открывается следующая свеча после свечи подтверждения. А для покупки опциона Put все с точностью до наоборот. А именно, первое, линия CCI пересекает уровень перекупленности 300. Второе, пробитие верхнего уровня полос Боллинджера и закрепление выше их предела. Третье, последующая свеча образуется в сторону тренда и в данном случае по направлению вниз. Покупка опциона Put осуществляется в момент, когда открывается следующая свеча после свечи подтверждения. Заключение. В ходе тестирования этой стратегии оказалось, что успешными оказываются 70% сделок, и это неплохой результат. Напоминаем, что надежную площадку для тестирования стратегии и торговли бинарными опционами вы всегда можете найти на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылка на рейтинг будет в описании под этим видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!